Каракалпакстан притягивает внимание гостей не только своими памятниками древней истории и своими всемирно известными музеями. Одним из главных объектов являются Нижнемудардинский биосферный резерват. Он был образован в 2010 году на основе Бадай-Тугайского заповедника. Заповедник был организован в 1971 году на территории Бирунийского района Республики Каракалпакстан. Целью заповедника было сохранить биоразнообразие региона, которое благодаря антропогенному фактору привело к исчезновению ряда видов животных и растений. Одним из таких животных был бухарский олень или хангул, который был занесен в Красную книгу и оказался на грани исчезновения. На сегодня на территории биосферного резервата обитают более 1000 голов бухарского оленя. Они являются собой пример, когда человек может сохранить ту природную среду, с которой он живет в гармонии и согласии. Природа Каракалпакстана разделяется на три ландшафтных вида. Это плато Устюрт, дельта Амудари и пустыня Кызылкумы. Животный и растительный мир дельты Амудари непосредственно связан с уровнем воды в Амударье. В 60-е годы 20 века ученые бьют тревогу. Вода мелеет, и все меньше воды поступает в Аральское море. Результатов человеческой деятельности в низовьях Амудари все меньше становится площадь тугайных лесов. Ряд животных сегодня исчезли полностью. Это туранский тигр, амударинский фазан, другие многие находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу. К радости жителей региона появляется информация, что некоторые виды, которые считаются исчезнувшими, в частности гепард, куланы, вновь появляются на местах их постоянного обитания на плато Устюрт.